Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи», и сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня мы в гостях у рязанской кавер-группы «Балалайка 62». Здравствуйте, ребята! Привет! Ну что ж, давайте начнем наш разговор с того, что расскажите немножко о своей группе, чем вы занимаетесь, что поете, о истории создания вашей группы. Ну, на данный момент нашему коллективу уже почти 10 лет. Вот в 22-м году мы будем праздновать небольшой юбилей. Когда коллектив создавался, точно мы еще не знали, в каком жанре будем работать. Вот. Ну, конечно же, это связано будет с народными инструментами, с народной музыкой. Потому что у 100% состава группы классическое народное образование. Вот у нас как бы все профессиональные музыканты. Ну, соответственно, мы от своих корней, от народной музыки далеко не уходим. Почему «Балалайка 62»? Знаете, мы всегда так отвечаем, еще у нас такие подводочки есть к песням, почему «Балалайка 62», потому что у нас есть балалайка, балалайшник, да, и потому что Рязани, 62-й регион, все очень просто, мы такие, знаете, как мы простые люди, поэтому и название тоже такое запоминающееся, простое. В каких жанрах чаще всего исполняете свои песни? Ну, это народные, авторские, современные аранжировки, это, значит, современные хиты, то есть эстрадные хиты, кавер-версии, может быть, слышали тоже такие разные, в общем. Все, что нравится, то берем, поем. Обычно, да, это действительно народная песня, но сейчас стремимся к авторским песням своим, их уже более 5 штук. Сложно писать авторские песни, или же все-таки это душа зовет и рождается как бы само? Ну, мы не композиторы, мы не поэты, поэтому есть люди, которые хотят писать и для нашей группы. Иногда кого-то просим писать, да, у кого действительно талант. Что по душе больше, народная песня или же все-таки современные? Для нас это каверзный вопрос, вот, и мы даже в своих выступлениях часто об этом говорим. То, что мы никак не можем определиться, то есть в какую сторону нам до конца шагнуть. Но львиная доля репертуара, конечно же, это народные песни, конечно же. Вот. Ну и много все равно кавер-версий эстрадных композиций. То есть получается, мы где-то вот на распутье балансируем и движемся как-то вперед. Да, Вов, есть одна песня, да, которую исполняем кавер Киркорова, и мы там, значит, поем первую часть, у нас такая эстрадная, такая вся такая прям чуть ли не джазовая, да, а вторая прям народная, прям такой фольклор. В общем, тоже интересно. Ну а сейчас я предлагаю послушать
новогоднюю песню от группы «Балалайка 62». Так, ну давайте поговорим про вашу балалайку. Вот что это за инструмент такой? Это мастеровой инструмент, сделан специально по заказу. Здесь все так же, как на обычной балалайке. Такой же строй, струны такие же, но есть подключение. То есть подключается так же, как электрогитара. Расскажите немножко о конкурсе «Новая звезда». Вот о вашей поездке, как вы съездили, что привезли оттуда. Я думаю, что ребята со мной согласятся, что это был очень интересный опыт. Это, конечно, не впервые, когда мы на телевизоре, скажем так, появлялись, да, то есть это был первый канал, мы ездили на «Давай поженимся», также на «Поле чудес» были, вот, но это был прям конкурс, мы жили там 10 дней, жили в отеле. Прям так очень творческая обстановка была, очень здорово, увидели много-много звезд, таких, знаю, величины артистов, да. Мы настроились на энергию, да. Показали свой максимум, просто все из себя выжили, и поэтому я думаю, что мы не зря выиграли, скажем так, и нам дали такой классный приз, как ротацию на дорожном радио. А вот про эту песню расскажите, которую сейчас на дорожном радио крутится. Ну, мы уже выступали с авторским треком, получается, во втором туре. То есть, в первом туре, в туре мы пели кавер-версию песни «Хали-Гали», прошли во второй тур. Ну, он сразу очутился финалом, оказался финалом. И уже вот в этом финальном туре нам достался авторский трек. Это песня Андрея Покровского, музыканта из Нижнего Новгорода, вот, который называется «Красавица». Аранжировку мы сами сделали под себя. То есть, как мы это видим... Под нее еще была определенная хореографическая композиция, сделана уже там в рамках проекта. Ну и как бы здесь, когда мы готовились, мы тоже что-то, какие-то ходы продумывали хореографические. Собственно, вот с этим треком мы в финале, ну, достаточно удачно показались.
И именно он вот взят в ротацию на дорожном радио. И опять же, с этой же песней, буквально вот 2 недели назад, мы ездили, записывались в «Новогодний огонек» на телеканал «Звезда». Но у нас сегодня тоже новогодняя программа, поэтому такой вопрос. Какие у вас планы на 2022 год? И давайте поздравлять наших рязанцев с Новым годом. У нас, на самом деле, я думаю, что очень много планов, потому что хоть и 10 лет это много, но все равно для, скажем так, развивающейся группы это мало. Поэтому мы только идем вперед. Самое, наверное, для меня главный план – это я очень хочу, чтобы наши треки звучали везде, на разных платформах, то есть это ВКонтакте, Apple Music, где куда угодно, чтобы их заливали, чтобы их зрители слушали, вот, чтобы как-то продвигали мы себя, да. И что авторские песни, то есть сделать еще штук 10 авторских песен. Нам есть к чему стремиться, и мы хотим, чтобы у нас было очень-очень много концертов в 2022 году. Так как в 2021 году и в 2020 году в связи с пандемией их было очень-очень мало. А мы очень любим зрителя, а зритель любит очень нас. Поэтому мы хотим побольше быть на сцене и дарить нашу музыку именно нашему любимому зрителю. Дорогие друзья, наша группа «Балалайка 62» поздравляет вас с Новым годом! Мы желаем, чтобы в следующем году вы пели и слушали только хорошую музыку, чтобы у вас всегда было отличное настроение. С Новым годом! Елочка в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была, зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, елочка бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Под елочкой скакал, порою волк сердитый волк рысою пробегал, порою волк сердитый волк рысою пробегал. Снег по лесу частому, под голосом скрипит, лошадь махноногая торопится бежит, пора везет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок, срубил он нашу елочку под самый корешок. Программа «Городские встречи» подошла к своему завершению. Мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам крепкого здоровья и всего самого доброго и хорошего. До новых встреч!